хранилище ведьмы. В общем, нашел какую-то пещеру, решил туда зайти. Сейчас там нахожусь. К сюжетной линии, конечно, может, оно и не имеет отношения, но интересно, что же там происходит. Меткий бросок топора в голову или в ногу. Это мы знаем, либо оглушит, либо подкосит его. Ну давай, прогружайся. Так. Минутку. Опа. Мы никуда пока не собираемся. Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Постоянно тебе только деньги нужны. Ну, хотя ты торгаш. Стой, 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 стой. С чего бы начать? Купить, купить. Камни воскрешения. А, у меня какой-то есть. Ладно. Совсем ничего? Ну, ладно. Потом. Так. Тут был уже один ворон, которого мы сбили. Ворон Одина. Ой. Ух ты, почти незаметно было его. Рубленное серебро всего лишь. Так. Ну давай. Глянем, что же там происходит. Кто там есть? Так. Чего так бесстрашно ходишь здесь? Никого не боишься, что ли? Наверху, видишь? Наверху. Не совсем. Ты бы еще ткнул в направление бы. Разбойники. Ой, похоже, они успели первыми. Так, так, так. Что тут есть? Волки. Кто? О, ходят придатки. Соберись. Но. Но. Это я вот так вот. Давай. Порви его. Опа. На. Твою ж мать. Ой-ой-ой-ой-ой. На. Сынок, ты что не стреляешь? Ждешь отмашки от меня, что ли? Ты набираешься опыта. На.
Разломил, разломал, разрубил. О, вот оно. Почти не видно. Я увидел. Узри... Ага, вот он, вот он, вот он. Так, сколько их? 14, еще даже 15 нету. Ну ладно, 15 тобой поддержишь, наш кребем. Должны нашкрябать. Сомневаюсь, что это прям так сложно будет. Так. Ого, круто! Чего круто? Нашел. Так. Что это? Это примерно так должно было выглядеть, да? Атрей, за мной. Так, нет, мы отсюда не уходим пока. Заперто. Ищи другой вход. А, заперто. Так. Кстати, эти козлы, козлы Тора, по-моему, Тор же ездил на козлах. Так, ладно. Первую нашел. Ага. Так. Вторую нашел. Третья. Наверху что-то есть. Вот оно. Давай, либо яблоко, либо рог. Ты мне несешь рок. Так, вот мы и забрали. Наверху что-то есть. Что это? Вот смотрите, кстати, какой-то погребальный, да, плиты так сошлись, так хоп, так домик образовали. Хотя мы когда с сыном Тора дрались, а там земля аж развернулась. Самое что удивительное, почему он сын Тора, он же полубог, наверное, будет. Почему он такой сильный? Я-то бог. А он полубог. Нет, нет, нет. Хотел башку тебе снести. Так, ладно. Сынок. Ого. Ого, там вон еще. А, посюда можно было, да? Посюда можно выйти. Так, мы пришли кому-то или к чему-то. Так, пусть пока это останется. Слушаюсь. Давай, сынок. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное. Во. Так, это что такое? Легендарный чар, ледниковый катализатор, прочная сырская сталь. Путь будет долгим, поэтому я беру с собой лишь самое необходимое. Остальные пожитки останутся под бдительным присмотром каменного лика, пока я не вернусь. Играю. Ну-ка, тихо там. Мешаешь. Так, каменный лик. А! Это может быть это, кстати, тот, который в горе. Высечено лицо-то. Дыхание. Так, это где же у нас такое может быть подобное? Ну, да, кстати, немного похоже. Ладно, но это мы потом обсудим. Где-то все может быть. Как я понимаю, нам надо перебраться туда. Ну,
Так-ка. Так, это что? Разбойники пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Ага. Ну, пойдем. Посмотрим. Так. На. На. Получай. Вот так вот. Блин, я думал, сложнее будет, конечно. Дурацкие горшки и драугры. Никаких сокровищ и точильного камня. Почему дурацкие? Радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. Так, взяли что-то. Ну-ка. Ни хрена, это что, не разбивается? Под моим мощным напором. Не, ну это реально какие-то. То ли я стал такой мега мощный, то ли они стали такими лошарами. Раньше бы у меня столько времени бы ушло на них. А сейчас. Жик, жик, жик. Оп. Уноси готовенького. Скатти, по-моему, или кто-то там. У вас же два волка было. Значит, сын Тора это был. Весь в татуировках. Пойдем. С мешами. На. Все, 15 хотя бы убито этих воронов. И что я получил? 2,5, 5 тысяч, 15 тысяч. Ни больше, ни меньше. И то по тени увидал. А ты что не сказал, что он еще здесь есть? Тебя застали врасплох. Просто не ожидал. Именно. Так. Ну-ка, давай-ка вот сюда гляну. А это там, где мы были. Это не та дверь. Так, а я-то думал. Вон, ну та дверь заблокирована. Как нам туда попасть? Ладно, давай, поехали. Кто следующий? Пойдем. Давай, сынок. Я рядом. Готов. Да. Да твою ж мать-то!
Ладно. Получай, козлина. Уйди, уйди, уйди. Вот так. Тут ничего, кроме отравы и дурацкая статуя птицы. Здесь много того, что пригодится в дорогу. Так, когда они заряжают свое оружие, магия Сейдер, нам надо быть особенно осторожным. Они могут проводить мощную тройную атаку. Почему я узнаю только после того, как это все сделано? Хотя многие сундуки уже пустые. Ой. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. А им так точильный камень нужен прям пипец этим гномом. На. Кто-то взял. Так. Ну ладно, пойдем. Пошли. Бери, бери, бери. Так. Давай. Куда на этот раз? Куда ты тропинка меня привела? Вот сюда. У меня хорошее предчувствие. Тут мы найдем точильный камень. Я уже говорил, не радуйся прежде времени, сын. Да помню, я помню. Почему нельзя радоваться прежде времени? Предчувствие. А, вон почему. Я готов. Да. Давай, 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 тихо, тихо, тихо. Получай. Стой, 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 стой. Да. Сложновато они на с этой телепортацией. Предчувствие обмануло. Забодали. Видно, хорошая вещь должна достаться там гномам. Они мне подарок дадут какой-нибудь. Халява будет. Халяву мы любим. Олень. Олень. Да. Упадем. Бог войны. Какой только это бог войны? Ареса знаю, Марса знаю. Вот ты-то скандинавск. Ну что ж. Да. Тихо. Что? В этот раз я был готов. Вижу. То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Конечно. Это надо уметь. Всегда ожидать худшего. Не надеяться на хорошее.
и всегда быть готовым к атаке. Главное не перепутать. Да. Главное не перепутать. Здесь ты прав. На. Я его ловлю. Получай. Сзади. На. Получай. На. Получай. Все по ушам, все получили. Точильного камня нет. И остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но может мы его все-таки найдем? Нет. Что-то взял. Мягкая сверская сталь, сверная сталь. Какая-то. Ну, мягкая. Так, все взяли, медведи здесь. Ворона нету, не скрывается нигде. Осталось ждать совсем немного. Да! Идем, пойдем, сына. Ой-ой-ой, чувствую, здесь битва будет. С каким-нибудь троллем. Так, минутку. Ладно, валите. Дух. Так, слабая руническая атака. Давай посмотрим. Так, если я тебя даже прокачаю, у меня сейчас вот это идет урон 4, 2, 3. Давай посмотрим, что ты такое. Еще раз. Понятненько. Неплохо, конечно. Так, ну у меня тут 9 преимуществ. Ну тут, в принципе, тоже 9, но зато лед. Без оглушения. Заморожка. Ладно, пока хватает. Готов с духом пообщаться. Где ты? Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный. А, кто вы такие? Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал, которым потом пырнул меня в спину. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Нормально у вас династия. Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй!
Идем, сын. Нам пора. Подавись! Да. Что сделал? Я тебя так оставлю, что ли? Почему вы сильно-то не целитесь? Мы справились. Вернее, ты сам все сделал. Конечно. Хвали меня, нахваливай. Батька молодец. А вы умеете драться. Умеем. Этого у вас не отнимешь. Умеем, умеем. Так, что еще осталось после них? Два тролля. Нормально так. Покрошил их. Стой, стой, блин, где выход? Давай. Ага, все на месте. Почему сын его предал? Убить родного отца из-за сокровища? В голове не укладывается. Так тоже своего отца убил. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына. Ну да. Будь готов! Давай! Огонь! Берегись! Еще разок. Да что ее мать-то. Да. Подожди. Бью. Давай. Давай, беги. Давай. Тихо. Давай. Нет.
На, завалил тебя. Я бы мог мимо пройти, но не мог. Тебе нужен целебный камень. Да я знаю. Подожди, беги, беги, блин, застрял между деревьев. Стой, стой, минутку. Тяжелее обычного, да? Не намного. Чешуйку мирового змеи поднять, так. Так. Ну-ка. Где у меня ресурсы? Так, замерзшее пламя. 0, сердце древнего 2. Сплав. Камень забвения. Чистая сущность миров. Слеза дракона. Обломки древнего. О, уже 10, это уже хорошо. Чешуйка мирового змея 30. О, слава богу. Отец, посмотри наверх. Я посмотрел, и ты бы мне ворона бы еще показал. А, молодец. Ты сам не мог его прихреначить-то? Так, идем правильно пока. Так, так мы сейчас гному выйдем-то. Ну. Ну, и как вам склад Фафнера? Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал. Так, редкий предмет, талисман. Кинжалка. Давай посмотрим, что ты мне предлагаешь. Ниже, руны и защита упадут. Который вы принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. О. Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте смыл этот символ шеи. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Защита, конечно, вполне надежная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится кабаньей мочой. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Ну, получше. Ну, шея твоя. Так, ладно. Сегодня я художник. Так, если я его раскачаю, что ты мне дашь? Так. Просто интересно. На что ты способен, раскачано. До последнего. Итак, все равно ты мне минус 17, восстановление только ты мне дашь. Примени во время прицеления, чтобы замедлить. Так, примените во время прицеления, чтобы замедлить время. В этом режиме повышается эффективность атак в дальнем бою. Повышается эффективность атак в дальнем бою. Ну, это мне время-то замедлять. Не особо. Так, сердце древнего надо вообще 3. Перчатка древних. Обломок древнего. Так.
А, это создать. Господи, третьего уровня, тут что? Третьего уровня. А тут улучшить. Замерзшая баня. Нет. Надо посмотреть сначала, что у меня стоит. Так, и талисманы. Я хотел еще кое-что тебе сказать. Так, ладно. Здесь мы ничего не нашли. Так, и что у нас остается-то? Остается у нас лик. Карта. Нет, навыки, цели, кодекс. Цели. Немигающий взгляд. Ладно, с этим потом. Давай, выйдем отсюда. Ну, кстати, здесь, если ты начинаешь только свой путь, сюда тебе не стоит ехать. Сами видели. Как здесь относится? На. Ой-ой-ой-ой, давай, прогружайся, прогружайся. Кстати, напоминаю, кто хочет помочь или кто может помочь, собираю деньги на видеокарту. Стоять. Поэтому реквизиты в описании внизу под видео увидите. На. Даже небольшая сумма, и то приятно. Уже помощь. Все, едем. У меня такое чувство, что тут надо будет лазить потом где-то когда-то. Под ликом. Есть же еще где-то. Какие еще истории ты знаешь? Еще одну. Однажды Скорпион захотел переплыть через реку. Зачем? Если станешь перебивать, я замолчу. Ладно, ладно. Скорпион обратился за помощью к жабе. Он сказал жабе, что вознаградит ее, если она перевезет его у себя на спине. Жаба испугалась, что Скорпион ее ужалит. Скорпион заверил, что не станет жалить ее, потому что тогда они утонут оба. Жаба согласилась, но на середине реки Скорпион ее ужалил. Жаба была смертельно ранена. Они оба ушли на дно и погибли. Печально. Зачем Скорпион так сделал? Скорпион причиняет вред. Такова его натура. А, мама именно так говорила про богов. Пока забудем об этом. Нужно идти пешком. Так, потом здесь закончим. Мы были, это я точно возможно. Помню. Ну, давайте вон туда заглянем. Не знаю, рано или нет еще туда. Сейчас и проверим. Как нам туда? Под ликом. Каменный лик. А, нахрен с этим каменным ликом. Эй. А, это совершенно другое. Все, понял. Ну там-то, кстати, да, там мне может быть еще и рано быть. Если не ошибаюсь, в прошлом видео там был. Хотя могу и ошибаться. Ну-ка, давайте глянем. Я же не могу все помнить. Что-то понять не могу, там я подняться не мог. То, что ты сказал про Скорпиона, что делать зло в его природе. Твоя мать всегда говорила правду.
под ликом. Хватит истории. Итак. Поплыли. Кстати, у нас вроде, если я не ошибаюсь, где у меня карта? Карта, нет. Цели. Выполните. Так, мы здесь все выполнили. А от мира огня соберите. Так, мы нашли обломки диска, покрыто странными рунами. Мама рассказывала мне про такие диски. Скорее всего, это ключ к рунам. Где-то вот еще же один должен быть. Ну, и, видимо, где-то дальше будет. Так. Тор у нас был затоплен. Мы за ним заплывали сюда. Оп. Собрали. Давай искать проход. Блин. Пещера, в пещеру. Так, пещера ведьмы, но... Поговорите с ведьмой у нее дома. Хорошо. Мы едем, едем, едем. В натуре три вагона. Такие же. Блин, что-то еще ни разу даже спать не легли. Ладно, я бог войны, а ну этот парень там, пацан там мой, он как полубог. Хотя жена у меня кто, богиня была или смертная? Ты помнишь, где Багборд и где Штирборд? О, кажется, да. Погрузочный слева, а рулевой справа. Так? Не от тебя правый. По ходу движения бакборд будет слева, а штирборд... Рулевой справа. Точно. Я знал. Знал. Что-то я не понял. Точно, вода же ушла. И мы это... Не можем здесь плыть. Поехали. Родимая кататься. Я знаю, ведьма многое умеет, но сможет ли оживить голову? Она вроде искусна в своем ремесле, и тереть нам нечего. Кстати, а если не получится, немножко нестыковка. Нет, но можешь скормить ее рыбам. Ладно. Буквально вчера читал про этого, который был в дереве-то замурован, который якобы все знал. Один ему глаз отдал, а здесь почему-то по игре Один его там, ага, оставил. Хотя он, Один ему глаз отдал взамен на то, чтобы все знать, все видеть, что он там. Будущее, прошлое, настоящее, во всех мирах. Он тогда, помните, говорил-то, я знаю, что творится во всех мирах. А куда ты, стой? Дверь исчезла. Наверное, черепаха встала на ноги. Как нам попасть наверх? Опа. Во-во-во-во. Что, все с одного удара, что ли? Лучше. Нормально я так прихреначил-то. Так. Похоже на выход. Да подожди, на выход. У нас еще входа не было. Взламываем. Что взяли?
Показывай. Эй, это не только ключ к рунам мусорки. Так, вы можете попасть здесь в мир. Здесь еще и руна пути. Отправимся в мир. Читать надписи на языках мира. Так, вы можете попасть в мир из комнаты прохода. Вот я не понял, ты что я такое взял? Понял только что. Так, цели. Так, используйте стол миров, чтобы отправиться в Мультфхейм. Так. Собран. Теперь я могу читать все руны, даже руну странствия для перехода в мир огня. Интересно, папа захочет туда сходить? Ну вот. Правда, вот это что такое, я еще так не узнал. Ну ладно. С этим мы пока остановимся. Так, что у нас здесь? Сына, подожди. Как помнишь? Вот мы расхреначили один значок. Пойдем за мной. Текс. Меняем тебе стрелы. Опа. Ждем. Смотрим. Выжидаем. Так. Здесь мы взяли, туда кинули. Такс, такс, такс. Мне, значит, искать, да, надо? Все твои тайны. Все станет явным. Соберем. Конечно. О, стой, 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 стой. Ага, я еще не умею. Не умею эту штуку пользоваться. Так. Ага, опять какая-то жопа мира, которую мы открыть пока не можем. Да, я знаю. Давай, берем. Все берем. Так. Сын. Еще одна карта. Еще одна. Ну, давай посмотрим. Так, это что такое? Там, где листья красны, а мох зелен, я зарыл свое сокровище там, где спит черепаха. Черепаху я видел, этот дом, этот ведьмы. Большая черепаха. Да-да-да-да-да. Где спит черепаха? Так, ну ладно. С этим-то хоть все понятно. Вот еще одна руна. Так, а они три не могут, да, быть в одном месте-то? Слишком легко и просто. На. Давай. На. Тихо. На, блин, ушла.
разруби падлу ведьму, эту башку снеси нахрен. Враги убиты. Так. Эй, там вроде еще одна чаша стоит. Эти корни мы так пока не научились убить. Только как туда попасть? Да сейчас, подожди, попадем. Неси, бродяга. Я что-то вижу наверху. Так, с какой у тебя стороны хапать? Ой-ой-ой, ну-ка, еще разок. Так, ладно. Так. Так, а как? Как это должно работать? Передвинуть, я передвину. Что-то я не досматриваю. Вот-то я не вижу. Наверху! Видишь? Сын, сюда. Слушаюсь. Так, сын, я давайте я подсажу, да и все. Нет, рано еще, да, нам? Так понимаю, ты должен... Нет, я должен туда залезть. Во. Если поможешь, залезу. Конечно, помогу. Давай. Ты где? Вот так. Давай, я тебя сейчас перекатываю. Еще немного. Подожди. Давай. Сейчас доставлю тебя в лучшем виде. Ну. Чаша с песком. Ну так давай. Бау. Давай, я-то уж тем более смогу. Если ты уж смог, то я-то тем более смогу. Не. Блин, бери давай. Так, рунный призыв. Так, стая ворон. Ну, даже не знаю, стоит ли такое качать вообще. Ладно, пока оставим. Может быть и хорошая, но потом посмотрим. Так, вот там наверху что-то есть. Ага. Как мне? Сынок, ты не знаешь, как мне туда забраться? Я, блин, как какой-то кальчик в последнее время. Где-то прыгаю, а где-то не могу вообще. Вот такой. Давай. Прогружайся. Так. Блин, блинский.
Так, ладно, знаков я пока нигде не вижу, я думаю. Знаю, где могу найти один знак, которого мне так не хватает. Нет, нету такого тут. Это что? Это последний. Ага, это была она. Все-таки вот. Нашел. Пусть третью хоть и случайно нашел, но нашел. Эк, теперь у меня два рога. Ну пойдем посмотрим теперь. А ты сюда. Куда там на выход? Вот эта вот штука. Я-то думал, где-то вот здесь подниматься надо, и это. Тут где-то. Господи, а куда вообще ползу-то? Назад, Аси. Похоже, богам тут нет. Только для йотунов и еще гномов. Эта гора была крепостью великанов. В Мидгарде, после того, как они ушли, гномы выпотрошили все ее недра. Рады. Что-то я не понял, а мы что, здесь уже были, что ли, с тобой? Вон она! Надеюсь, она нас помнит. У колодца. Опа-на! Я даже не знаю куда. Давайте смотреть, куда вот тут вставлять надо. Вот сюда. Так. Пойди сюда. Круто. Чего круто-то? Переводи давай, чего там? Настрочил-то. Славься, о фрик, щедрая фрик, давшая миру ярчайший свет юного Булдура, сияющего бога, гордость асов, сына Одина и наследника Асгарда. Да будет она хранить его, да будет он хранить нас. Славься, о золотой Булдур, славься, о возлюбленная фрик, славься, о всеотец Один. Похоже, здесь не осталось никого из тех, кто надеялся на асов. Да блин. Вроде такая речь. И... Ладно. Так, у меня где-то тут еще под черепахой, где-то тут что-то зарыто. Подожди-ка. Так. Привет, Чарли. Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что ее так зовут. Ну... Я так услышал в голове. Чарли. Так, вперед! Тихо! Ты ни хрена на меня напал так. Неожиданно, я аж немножко где-то даже испугался. Получай. Тихо. На. Порви его, падла. Черепахи похрену, да? Так. Что это значит? С
Сейдер не Динс, но любого, кто ступит сюда. Ну-ка. Сейдер не Динкс, тому, кто придет незваным. Но от нас сюда пригласили. Но нас сюда-то пригласили, верно? Прочесть можешь? Ладно. Так. Смерть богу воронов, повелитель висельников. Ну, прекрасно. Это вообще-то смерть богу воину, владыки повешенных. Она не слишком любила Одина. А это Одину что ли такое? Ну-ка дай-ка я здесь гляну. Зачарованный лес. Блин, лепота-то какая. Лепота. Ну давай, заберемся по этой нитке. Узнаем, что там. Опа. Получай. Все, что ли? Так, вот эти зеленые шары как разбиваться должны? У меня пока по ним инструкции никакой не было. Сюда. Читай. О, я это знаю. Это Виндер. Ветер. Наверное, это слово для чаши с песком. Для чаши с песком. А я вообще первоначально сюда не... Так. Пойдем. Так, сейчас минутку. Жди. Так. Что у нас там с черепахой? Как-то с этой стороны надо на нее смотреть, да? Или прям под черепахой. Посмотрю, что впереди. Ну давай. Да гребаная черепаха ты. У меня просто слов нету. Так, там, где листья красны, а мох зелень, я зарыл свое сокровище там, где спит черепаха. Листья красны, а мох зелень. Здесь где-то что ли? Ладно. Вообще ничего не вижу такого, чтобы выкапывать можно было. Листья красные.
Черепаха, подскажи, кто тут копался у тебя? Давай, не таи. Что там сказано? Голубь, ястреб и сокол плавают в океане высоком. А, ветер. Линда, посмотри. Давай. Опа. Собрал. Ну-ка, давай. Вызов призрачного оленя. Испускаешь разряды разрушительной энергии. Ну, не знаю, не знаю. Урона никакого там. Ну, пусть будет пока. Твою ж мать. Да я уверен, он где-то здесь. Где спит черепаха? Так, если я к ней в дом зайду и потом... Или может там в доме где-то зарыто. Ой, в доме, у дома там же еще двор целый. При контакте высоко ценится гномом, используется для улучшения рукояти с эфесом. Похищение жизни заключается в тайниках, отмечен на карте сокровищ. Я еще что-то добыл. Редкий предмет чар, увеличит силу, наносит холода на 15%. Ладно. Потом посмотрим. Отец, она здесь! Я очень-очень рад тебя видеть! Я знал, что ты жива! Привет! Ой, а ты можешь оживить голову? Я не очень понимаю, что... Погоди. Где ты это взял? Эти стрелы. Дай их мне. Быстро! Ну, это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы. Колдовские. Если найдешь еще, уничтожь их. Понял? Ты меня понял или нет? Отвечай! Да, я понял. Если найду, уничтожу. Очень хорошо. Не понимаю. Прости. Это же вроде нормально стрелы. Если возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. Ну, что там за голова? Да. Ты хоть сам понимаешь, кто это? Ты убил его? Да. По его просьбе. Он сказал, что ты его оживишь. Я? А ты не ослышался? Пожалуйста. Давай, давай, давай. Неси его к столу. Эмили! Я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи, давай посмотрим. Ну, к счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Ни хрена себе, там еще нюансы тебе какие-то давать. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Фу, еще черепуха. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял? Понял, понял. Голову под воду, с червяками внутри. Фу. Какую-то кипящую воду-то. Еще и сварим, сейчас бульончик похавал. Довольно. Ну, да. Мерзость. Получилось! Покажи мне. Ну. Эй, Мимир. Слышишь? Мимир. Да. Хорошо. О, Фрейя, давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым.
Я бы поклонился, если бы мог. Прости меня. Если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрейя, никогда бы такого не предложил. Фрейя? Ты что, богиня Фрейя? Ой, ты не знал. Прости. Когда пройдет слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ничего страшного, переживем. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Сын, мы уходим. Но... Живо. Не за что. Так. Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Да пипец. Правда? А то. И, кстати, Йормунганд – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Да. Сейчас бы контент бы поднялся, бы подписчиков прибавилось бы. Видели бы вы. Подойдите к рогу змея. Хотя я не помню, мне плыть надо. Ну давайте в озеро-то я и так поди. Телепортируюсь. Оттуда проще поди будет. Ну и требовалось доказать. Переходим. Открывай дверь. Заходи. Заходи, дорогой. Вах! Мими, это... почему Фрейя плюнула тебе в лицо? Нет. Говори о Бальдре. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдр неуязвим. Ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдр неуязвим, ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мими. Да нахрен тогда жизнь-то такая. Откуда взялась его сила? И если я верно помню, это связано с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Так, я не понял, а где дверь-то? Не ожил ты до конца. Голова, как поговорить со змеем? На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Хорошо. Наконец-то! Это рог! Сейчас все устроим. Okay. Что у меня там? Ну, ни хрена пока нет. Тогда пока. Пока. Так, где выход? Ну давай, давай, давай. Опа. Это чайка? Чайка. Готов. Голова. Давай. Хорошо. Дай мне подуть в рог. Твою ж мать, а где он? А! Это и есть рог. Все, понял. Почему именно ты должен в него дуть, и как где-то легкие там наберешь? Змей сдвигается. А, точно, поговорить со змеем, только он же может поговорить.
понимает его язык. Зачем он это делает? Один поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали. И будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет. Так, звук. Нас смотри. Интересует только Йотунхейм. Ну, пожелайте мне удачи. Давай, спрашивай. Йормогинмиби. Парни, все в порядке, он меня помнит. Лаю. Моулонгой Норкунтунгу. Какой-то распев. А, ух ты! О чем вы говорите? Он соболезнует вам и поможет. А как он может помочь? Чем? Любопытно. В чем дело? Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотунхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебное зубило откроет ворота. Ну, к счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. А, он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезвым. Ну, это ладно. Тогда да, действительно. Вот такая вот. Вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статую. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь. Найди лодку. Так, у нас здесь ничего нету? Чтобы мы могли пробить. Нет, ничего нету. Так, смотрим. Мировой змей протянулся по всем водам Миргарда. Так это мы знаем. Я слышал, как Мимир говорил с Йоргун... Ну, хрен с ним. На древнем языке. Интересно, сам я могу его выучить? Ну, почему бы нет? Ведь люди даже эльфийский язык, который это придуман, выучили. Давай. Вон, все как обмельчало. Драка. Будет драка. А, теперь я могу прочесть. Читай. Но это имя. Эйр. Ого, это имя ее зажгло. Так, зажгите свет на башнях миров. Это имя одной из валькирий. Очень любопытно. Ну ладно, что ж. Так, а я не понял. А, мне спуститься надо. Давай, спускаемся. Драка когда нет? Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решишь. Конечно, я сам решу, и что бы ты мне не указывал.
Блин, ни хрена себе, так-то повыше храм-то. Там воды-то не осталось. О, жуткие твари! Да где вы? Огонь! Беги! Кошмары! На. Все? Все? Всех? Спокойно. Над тобой, берегись! Я могу стрелять больше, только скажи. Так, это что теперь? Мне надо туда. Но мы можем найти это опять они. Если в него бросить топор, он замерзнет и упадет на землю. Так, ну это ладно. Интересно, мне кажется, они оживают. По ночам. И ходят по земле. Так, ладно. Получается, сейчас у нас только здесь пока один выход. Один вход, один выход. Смотри. Слушаюсь. Карта сокровищ. Отлично. Так, ну давай посмотрим, что на этот раз. Так, цели, карта. Так, остров света. Невзирая на то, что мы родом из Альфхейма, светлые эльфы давно присматривают за Миргардом. Большую часть жизни я провел на этой заставе. Скорее всего, здесь я и умру. Что-то... А где такое может быть? Ладно, неважно. Давайте. Покопаемся пока здесь. Нам туда, к статуям грибцов, а потом между ними. Так. Нам туда. Ага, тут что-то закрыто, тут закрыто. Так. Давай-ка посмотрим. Опять мы не можем пока открыть эти. Нет, не можем. Ползи. Ага. Подожди минутку. Так. Если мы туда войдем, что мы там можем найти, я не знаю. Давай глянем хотя бы. Давай выйдем отсюда. А Фафнир всегда хотел узнать, что с ним стало. Фафнир? Который из склада Фафнира? Он самый. Синдри сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Он закован. Ну что, поищем связующие алтари и освободим беднягу? Да, парни? Так, подожди. Связующие алтари. Мне надо как-то это поднять. Блин, я готов тебя освободить, но... Ага, с той стороны надо поднимать. И это тоже с той стороны только поднимается. Да.
Давай сюда. На. Как твой друг стал драконом? Он мне вовсе не друг. Этого гада ненавидели все, как маны, так и асы. Зачем вызволять? Недавно освобожден. Никто не заслуживает такой участи. Получаем. Алчный гном-дракон. На. Падла. Падла. У меня получается. Конечно, сын. Ты же мой сын. Как у тебя может не получаться еще? Давай. Жизнь себе верну. Ну, небольшое дополнительное задание, блин. Так, минутку. Читай. Интересно. Конечно. О чем речь? Рассказывай. Если вы это читаете, уходите прочь, вам здесь не место, это мой овраг. И не вздумайте брать ничего с собой. Вы еще здесь? Я же сказал, уходите. Это мои сокровища, и вы их не получите. Я самое ценное, все равно лежит в хранилище. Но даже не думайте забраться туда. Оно надежно храняется. Я об этом позаботился. Оставьте меня в покое. Вы мне не нужны. Мне не нужен никто. И уж точно не нужны глупые сыны Ивальди с речами о том, как опасна жадность. Мне нужно только взглянуть в зеркало ванов, которое я недавно раздобыл, и увидеть, во что превратилась моя кожа. Но даже это мне безразлично. Сокровища дарят мне чувство уюта. Они греют меня изнутри, словно дыхание дракона. Убирайтесь. Фавнир. А вот так это дракона, значит, писал вот этот. Опа. Берем все самое ценное с собой. Теперь сюда. Давай. Сынок, мы с тобой справимся. Сынок, надо же сматываться в случае опасности. А, так мы не зря сюда зашли. Ты не ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини ванов. Так. Где третья, может быть? Вон туда бежать надо, наверное.
Вон она, да. Да. Пора его освободить. Думаешь, он тебя вспомнит? Не знаю. После нашей встречи многое изменилось. Когда я был с ногами. Так. Ой-ой-ой-ой. Впереди, брат. Тихо-тихо-тихо, блин. Мне же не обязательно с ними биться, всеми. Давай-давай-давай, убегай. Давай-давай-давай. На. Осторожно, сзади! Тихо-тихо! А убегайте! На. Получай! Не залазит, не залазит. Да. Брат. Да. Слева. Да. Твою ж мать, я не вижу его. Сзади. Отец. Давай, давай, давай. Беги, 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 беги. Блин, не то. Все не то. Блин. Ну же, вставай, брат. Хрен там, я встану. Так, туда. Не хватает мне этого. Так. Приготовься. На. Давай, 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 беги, беги, беги. Да. Блин, блински. А, они подзарядились, да?
А где я могу поджать? На. Готов. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. На. Получай. На. Следи за ними. Тихо-тихо. На. Как двое? Так вообще не должно было остаться, а? Либо один. Да. Меняю! Звезда! Давай. Уже можно идти. Подожди. Тяжелый бой. Тяжелый. Так, мы победили хоть их всех. Я боюсь даже выходить отсюда теперь. Давай, давай. Давай, малой. Я верю в тебя. Беги, гном, который вот так, дракон. Мелкий уродец. Ты свободен. Ты свободен. Как резинка от трусов. Пошел нахрен отсюда. Ну, он стал драконом, а характер не изменился. Так, что-то мы получили. Редкий предмет чары, умеренный шанс получить благословение сил при совершении юридической атаки. Ну, тоже, наверное, неплохо. Ой-ой-ой, так. Освободите драконов. 2 из 3. Еще один дракон даже будет. Или это только на этой карте? Так, когда Фавир был гномом, один из сыновей Эльвиди, как говорит Мимир, но он был очень жадным и от этого превратился в дракона. Звучит глупо, но я видел его своими глазами, он был драконом. Интересно, это больно превращаться из гнома в дракона? И сколько времени это занимает? У меня была целая куча вопросов, но он улетел, прежде чем я успел их задать. Я думаю, навряд ли с тобой дракон вообще бы разговаривал. Он дракон? А ты кто? Так, мелкая сошка, пешка. Никто и звать никак. Так. Еще что-то есть. Так. Тут нету никакого прохода. Темнота, друг молодежи. Ворон, может, такой есть. Которого подбить надо. Тоже нет. Ладно, сейчас что, кататься только надо будет. На лодке. Плавать. Узнавать. А с поля боя ты не убегаешь вот так вот. Да. Хотя они-то жизнь не пополняют себе, а ты не пополняешь. Там еще и осталось что-нибудь? Нет. Ладно. Ну что ж, я думаю, на этом все.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!